Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Псалмопевец Давид. Хвала и благодарение. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа, все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа, все дела его, во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовлек милость Его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.